Галина с детинкала много лет на пенсии, но сколько себя помнит, всегда тянулась к прекрасному. В молодости на путешествия ни денег, ни времени не было, а сейчас уже и сил нет. Поэтому проект «Шедевры музеев России», который можно увидеть в Самарском доме ветеранов, для Галины Васильевны оказался находкой. Не всегда есть возможность ездить в тот город, где есть этот музей. А здесь такое познание, здесь такая красота. Вы знаете, тем более красота спасает мир, правильно? Вот. И так интересно все это смотреть, здесь так интересно все рассказывают. Я с большим удовольствием хожу сюда. Мультимедийный проект носит культурно-просветительский характер. Мировые шедевры жители могут увидеть, не покидая пределов родного города. В этом году любители искусства во Дворце ветеранов встречаются уже в 8-й раз. У них появилась возможность посмотреть видеофрагмент о биографии известного русского художника Виктора Васнецова. Виртуально прогуляться по дому, в котором он жил и работал, над известными картинами, такими как «Баба-Яга», «Спящая царевна», «Сивка-бурка», «Кощей бессмертный», «Царевна-лягушка». В атмосферу русской сказки помогает окунуться и аккомпанемент ансамбля народных инструментов. С нами работают профессиональные художники, которые объясняют, что, как нарисовано, что те или иные шедевры значат, да, что в них изображено. Это всегда еще и музыкальное сопровождение, то есть это более глубокое погружение в тему. Каждая встреча вызывает особый отклик у людей старшего поколения. Это возможность не только получить новую информацию, положительные эмоции, но и прикоснуться к прекрасному, которое порой совсем близко. Юлия Фролова, Николай Епифанов. События.